Пятая юбилейная у нас сегодня юбилейная конференция подходит к концу. Старт 2019, я думаю, что для каждого эта конференция в памяти оставит приятные впечатления, приятные воспоминания. Очень много было интересных докладов, больше 100 докладов заслушали на 6 секциях по разным направлениям. На каждых секциях были определены лучшие доклады. Первое, второе, третье место был выделен доклад Гран-при. Поэтому сейчас мы перейдем к награждению. Всех еще раз поздравляю, всем желаю дальнейших успехов. Давайте встречаться, беседовать, рассказывать друг другу. Всем успехов. Спасибо.